Босс велел нам встать напротив. Зачем? Чтобы улицу переходить? Какой-то большой взнос или выемка. Им нужен чистый подъезд. Зачем менять правила? Это как-то странно. Нам так велели. Ты думаешь, я вру? И сколько там у нас наличности? Как на прошлой неделе, Луис. Да, а все-таки сколько? Я забыл. 15 лямов. Ха, многие бы с удовольствием наложили на них лапы. А ты думаешь, почему мы с тобой... Давай скорее доедем и все сдадим. А то он один мне башку оторвет, если к ужину опоздаю. Для охранника ты совсем подкаблучник. Приехали. Ну вот. Да уж, обычно я лучше паркуюсь. О боже. Я должен придумать, как спасти фургон. Ну опять же та же миссия, как тогда. Получи. Пытаетесь думать, что я сказал, мне пофигу, я просто говорю все подряд. Тогда... Да, тут время все не говорит. Пока-пока! Так, и... Так далеко, блин. Ты меня утомил. Я уверен, что он там не... Где машины? Блин. Ну так что ты? Вот так. Так, и где же все остальные? Джилл, вчера я чуть не умер с тоски. Сегодня это тебе не грозит. Thank you.
вся соль в уходе от... Эх ты, соль. У меня все время заканчивается место, когда не нужно. Опять место кончилось, а на другое переделал. Да. Вот двойной удар. Ублюдок. Аж в золотой машине. Теперь займемся остальными. Пластиковую чихуахуа рядом с твоим тако, правда прелесть? Ага, а теперь... Господи, этой фиговине нужен хороший ремонт. Это меня не волнует. Успеть... Стой! Ты слышишь, МКД? Ты не доедешь. А тот уже пофиг. Черт, они добрались до фургона! Быстрее! Что они получают с того, что таранит фургон? Удовольствие, что ли? О, я попрыгал в фургон. Куда они получают удовольствие, что трогают фургон? Ой, я потрогал фургон, я дотронулся до фургона. О, как хорошо. Класс! На бронированной машине не царапины. Какой приятный малыш. Я там, как будто, знаете, как будто фургон бархатом покрыт. И они получают удовольствие, что прикасаются к бархату. Как там, Ордал? Да ну тебя! Надо на тебя колокольчик повесить! Прости, Ордал? На деле!
Хочешь, поищем? Да, продвинем в пищевой цепочке. Без глупостей, сделай все чисто. А как же? Главное, поаккуратней с Арделом. Если его поджарят, как это сделали с Карлом Крюгом, виноват будешь ты. Не дави на меня. И чего ты ждешь, собственно? Ничего. Тогда поехали. Недолго получилось. Полиция. Никогда от меня не отстает. Оторвись от них. Потом я скажу, куда ехать. Меня зовут Ордел. А вы? Я твой пассажир, Ордел. Рад встрече. Извините. Мне плевать. Главное, не тормози. Хочешь произвести впечатление? Не останавливайся. Они отстают. Так, что у нас сегодня в планах? В планах? С Джерик. Слишком много вопросов. Что теперь? Вези в промышленную зону. Отвезти и все? О, да у тебя есть волшебная палочка. Нет, я про... Еще хоть слово, Ордел. Хоть одно. Мне так нравится вот этот разговор. Еще одно слово. Хоть одно. Может, расскажете, откуда копы про нас узнали? Еще чего. Не останавливайся. Вы были правы. И здесь они. Предсказуемо. Надо проехать в сторону Сутра. Любым путем. Но как? Отвези меня на ту сторону. Машина с жучком? Я в ней сижу. Этого достаточно. Когда я вас довезу, что-то еще надо сделать? Доставь меня к большому ангару на нижнем склоне. Там мы распрощаемся, так что делать больше ничего не надо. Ай, езжай давай. Одним меньше. Тормози и купи себе медаль. Серьезно, когда доберемся? Когда-нибудь видел человека в госпитале? Все эти приборы, экраны. А у него такой беспомощный взгляд. И знаешь, что в этом взгляде? Нет. Что? Он думает, эх, зря я задавал столько тупых вопросов. Я за вождение оценок не ставлю. Главное, довези до места. Еще один коп. По-твоему, это игра? Сколько их на хвосте? Нам хватит. Я и не знал, что у нас столько патрулей. У нас? У нас в городе. Я об этом. Вы скажете, Джерика, что я все сделал правильно? Пока я не окажусь на месте, ты еще ничего не сделал. Копы? Давно отстали. Мы от них уходим. Устроить тебе праздник? Что, правда? Вы как? Главное, до места довези. Что дальше? Это тебя. Алло? Не знаю, что там у тебя, Ордел, но пока ты в деле. Скоро будет заказ. Большой. Так что лажа не допускается. Ясно? Конечно, ясно. Похоже, у Ордела все на мази. Так что буду висеть у него на хвосте. Это мне нравится. Ордел скоро все выяснит про теракт, который задумал Джерика, и в городе появился новый человек. А крупное дело, о котором говорила Лейла. Похоже, наши труды все-таки не прошли даром.
Ранее в игре драйвер Сан-Франциско. А если я спятил, Джонс? И все в моей голове. Если Джерика тоже так может видеть мир, вселяться в других людей, управлять ими, как же, черт возьми, мне его остановить? Знаешь Арделла Уильямса, новый водитель команды Джерика? Я им займусь. Работа под прикрытием. Она наемник. Набила руку в Африке. Война и грязные разборки. Работает на всех подряд, лишь бы платили. Скоро будет заказ. Большой. Так что лажа не допускается. Ясно? Так, надеюсь, мне еще хватит на одну миссию. Места-то должно хватить. Ребята, ваш Арделл, похоже, куда-то едет. Ясно, вас понял. Арделл на операции. Что-то серьезное? Ладно, напарник, дай угадаю. Опять обмен телами? Будь осторожен, Таннер. Это не только твоя жизнь, а Арделла тоже. Я даже, походу, узнаю, что это за миссия. Лейла с Арделлом, я уверен. И каков наш план? Вызываем подкрепление и блокируем дорогу на Марин Ридж. Ты хочешь вот так запросто пригнать их под стражу? Да, сперва поглядим, что я смогу узнать про Джерика. А затем Арделл и наша прекрасная убийца сами приедут в руки полиции. Только будь осторожен, ты понял? Арделл, сегодня придется постараться. Что происходит? Джерика нужно решить проблему. Доставь меня на место, и я ее решу. Я не знаю, что у меня игра свернулась. Что произошло, но вот я просто взяла и решила свернуться. Место не кончено, слышишь? Мы уже рядом. Внимание! Бух. Сбавляй. Вот-вот появится наш объект. Желтый додж впереди. Следи, но не слишком светись. Моя тачка. Что? Это коп, который нам мешает. Он приведет нас к объекту? Он наш объект. Держись ближе, жди сигнала, потом прикончи его. Упустишь, я тебе горло перережу. Понял. А вот теперь надо управлять своей машиной и сидя при этом тут. То есть мы будем управлять машиной, то есть там, где наш персонаж сейчас находится, я не буду управлять, я буду управлять машиной спереди. А вот этот уже будет сам ехать. Это очень необычный режим, поэтому вот надо уехать. Да, новости. И как привести ее к копам? Надеюсь, Джонс их вызвал. Черт, он нас заметил. Он определенно знает, что мы тут. Не упусти его. Куда он направляется? Едем дальше. Ты сильно рискуешь, кажется, он нас куда-то ведет. Да нет, он просто в панике. Подберись ближе. Я делаю, что могу. Да? И почему я тебе не верю? Смотри,
сделал. Внимание, Ардел, не упусти его, ты справишься. Эй, это же Джон Таннер, лучший водила в полиции. И откуда ты это знаешь? Ты не слышала про Джона Таннера? Да он легенда. Продолжай в том же духе и закончишь в больнице. Так или иначе. Это я. Я с Арделом. Он ведет себя как-то странно. Да, я ему передам. Что передашь? Что твоего напарника ждет неприятный сюрприз. Если ты здесь, то кто в твоем теле? Никто. Боже, ты хочешь сказать Джерико? Сиди тихо и наслаждайся. Мало кому выпадает шанс увидеть собственную смерть. В этой тачке не один коп, Лейла. Прости, Джонс, мне придется одолжить твое тело. Привет, Тана. Рад, что ты со мной. Странное ощущение, да? Когда кто-то другой за рулем. О, боже! Я знаю про бомбу. Ты хоть и подонок, но все-таки не террорист. Так, ничего и не понял. На улицах города все меня ищешь. Нет, чтобы самому себе помочь. Увидимся в аду, Тана. Что происходит? Держись крепче. Что это сейчас было? Прости, напарник. Пришлось одолжить твое тело. Что? Это же изнасилование. Знаешь... Радуйся, что вообще пришел в себя. Так, сосредоточься, черт возьми. Арделла раскрыли, возможно, он уже труп. Джерика гонится за мной, а я понятия не имею, где он. В чем же дело? Кажется, я упускаю что-то очень важное, что-то очевидное. Так, что там дальше-то хоть? Давайте посмотрим. А седьмая глава началась. В эфире новости. На улицах города. Скорее приходи в себя. Дело дрянь, Джон. Врать не буду. Мы готовим план эвакуации. Вызвали национальную гвардию, мать ее. Ты нам нужен, Тавер. Нужен нам. Что за черт? Да, новые миссии есть, цело заблокированные, поэтому на этом пока что все. С вами был Драйгар, это Драйвер Сан-Франциско, увидимся в новых сериях.